вместо Витиньо игравшего. Закончился матч Локомотив-ЦСКА со счетом 1-0. ЦСКА выиграл Суперкубок России. Время 1 час ночи. Сегодня у нас 28 июля уже 2018 года. Так вот народ идет. Там проходные зоны. И на данный момент выходные зоны. Здесь такой вот ЖК-телевизор, монитор. С Алексеем тут запланировали встречу после матча. Должен подойти сюда. Я где-то за 5 минут или за 3 минуты до конца матча вышел. Потому что там счет уже 1-0 был. Так что ждем. Идем к машине, едем в Сергачево.